Угу, надо же умыться после обеда. Это город Кольчугино, рынок Подкова. Приехали на рынок Подкова. Видите, деревья прям все белые. Здесь, конечно, так вот, ну, не передашь. Я вот здесь прям необыкновенно. Мужу что-то надо купить. Пойду за ним. Посмотрим, чего там новенького есть. Рождественские, я вам уже показывала. Вот с покупкой. Лампы настольные, столько много. Люстр очень много. Вот весь потолок в люстре. Даже все не покажешь. Ну, слушай, для дома все практически, наверное, можно здесь купить. Здесь ковры есть, и сантехника. Все для ванны. Смотрите, какой красивый цвет шаров. Это в Доброцене. Мы сейчас просто мимо шли с мужем. Он тут сюда не заходил. Вот. Он решил зайти. Рисовая лампа. Мы с ним думаем, а почему? Потому что, наверное, размера с рис, да? Мне так кажется. Все, мы здесь посмотрим. Вот видите, наверное, как рис. Маленькая. Кстати, она 165 рублей все стоит. Кому хлопушки, хлопушки. В прошлый раз не было вот этих вот шаров. Ну, очень красивый цвет. Прям. Кстати, весы напольные. Давно тоже я не видела. Такие вот черненькие. Ну, обычные на подставочках.
не пойму, сколько она стоит. Что-то ценник. Вчера вот был ценник. Я вчера зашла, но не снимала ничего. Ничего тоже совсем недорогие. Ничего ценника нет. На весы я себе купила уже, наверное, год назад. Все работает, все прекрасно. Так, весы делаю. Ничего тоже совсем дешево. Капсулы для стирки Биолан. 35 штук. Стоит 14 рублей. И получается, что вот здесь стирка стоит 14 рублей. А если покупать вот эти, то получается стирка 19 рублей. Но я ни тот, ни другой не покупала. Какой лучше отстирывать, не знаю. Сейчас подумаю. Бумажное полотенце. 90 рублей, но видите, какой толстый. Угу. А Зева 78,90. А здесь 200 листов. Ну так чё? Ну что мы решили? Мне кажется, по качеству они одинаковые, да? Вот те мягенькие, эти тоже. Да, вот это попробуем, чтобы не брали. Сегодня приходил рыжая морда, тот, который Жора. Вытащил лапкой прямо с тарелки весь китикет с гречкой. Гречку оставил, а китикет съел. Вот я думаю, кот-то, наверное, не голодный, зря переживает. Что, гель для мытья посуды? Большой выбор губок, прям разные здесь. Вот такие. Зелененькие, вот такие. Вот такие. Вот такие. Еще вот такие. Вот. Еще вот такие. Какие хотите. Тряпочка большая. Смотрите, какая микрофибра. 50 на 70. Ну вот, и зелененькая, коричневая. Все только вкусненькое. Вот здесь написано рафинированные, дезодорированные растительные масла. Вот это все может быть пальмовое масло. Заменитель масла какао. Тоже очень плохо. Лучше такое не есть, честно говоря. Ну, съели один раз и все. А на каждый день надо найти такие вкусные. Да? Состав примерно такой же, как у предыдущика. Ой, вот это тоже такой прям хочется купить, да? Это масло, красное масло. Чулапки. Если честно, вот Артек всегда были такие вкусные. Сколько они стоят? Вот вафли с халвой. Такие вкусные. О, еще какие-то они сейчас. Вот еще сливочная колонска. Орео. Вафельки себе взяли. У нас минус 18. Доброе утро. Сегодня у нас пятница. Кеша просится гулять. Минус 18. Я не знаю, не холодно, что ли? Так, сейчас надо еще кошаков покормить, а то все замерзло с вчерашнего дня.
Эй, вам что, не холодно, что ли? Творожок кушают. Минус 18. Ешь, вкусняшку ешь, да? Всем привет! Сегодня пятница. Я дошла до водохранилища, до плотины. Вот. Сейчас хочу спуститься с другой стороны. То есть водохранилище сзади меня. Хочу посмотреть, что тут. Я уже летом тут снимала. Тут есть ничего интересного. Но здесь вот видно, что вода не замерзшая. Вот. Хочу просто посмотреть, что здесь. Я еще прочитала, что плотину построили для нужд металлургического завода. Это было написано, где при входе плакат висел. Потому что в интернете не так много информации. Ой, сосулька. Мороз, короче, крепчает, честно говоря. Там лед 15 сантиметров, а подо льдом-то вода. Вот она и течет, это река Бекша. Видишь, как медуза, красотка. И вот туда течет. Смотрите, все такое замерзшее, блестящее. Я прошла еще дальше. Травка такая вся тоже ледяная. Царство снежной королевы. Ну, кто-то тут ходил уже, следы. Вообще все истоптано. Тут сюда уже приходил до меня. Смотрите, как красиво. Как-то вода какими-то кругами. Где-то сверху, наверное, снег так падал, замерз. Кто-то здесь даже спускался туда, к воде. Там, наверное, лед уже застывший. Пойду дальше туда, в сторону поселка Литвинова. Еще раз хочу сказать, что это Кольчугино. А то все пишут, что никто не знает, чего я тут показываю. Вот это плотина. Кольчугино, Владимирская область. А кто-то мне написал, в Крыму, что ли? Я говорю, видели такой снег в Крыму? По колено снежище. Нет, конечно, не в Крыму. Рыбаков, кстати, много, они там далеко просто. Вон там народ катается на коньках. Кузя, Кузь. Глава 38. Ты тоже тут есть собрался, да? Теперь они стояли лицом к лицу. Да. Второе разочарование Алекс было от нее на расстоянии вытянутой руки. Пусть, а ты что тут сидишь? М? Ты обедать пришел, что ли? Дусь, и ты все сидишь. Да? Скажу, сижу, греюсь. Сижу, обедаю.
А вот ваш кот где находится, когда вы кушаете? Почему-то вот он тут у меня на коленочках сидит. Кузь, а можно мне покушать? Походу, что нельзя. Вот сидит тут. Кузя. Да, хочет мне котлету украсть. И Кеша. Вот как мне тут поесть по-человечески, а? Постелила ему фуфайку, чтобы ему не холодно было. Хотя вроде так не холодно, но... Так волнуюсь за него все время. Няш, привет. Привет. У Дуни тут закрыли немножко домик, чтобы потеплее был. Но там живет Сёмочка. Он живет в сене. И вот из того, что сделали вот эту дверьку, ну, немножко ее переделали, Сёме пришлось сделать лестницу. Вот это вот лестница для Семёна, для кота. Чтобы он мог залезать, вот так вот проходить. Вон там он, там, на чердаке, он там, короче, живет. Ты дома, Шур? Шур, ты дома? Мы давно не ездили, но вообще все, вообще супер, все. Вот далеко катались-то? Ну вот так, ну вот мы из Зайкова вот туда вот, до Зайкова мы ездили туда вот. А, и, ну вот, и вот... Ну, там, где раньше мостик был, знаете? Ну, и как, понравилось тебе? На пляже это, конечно. А кто-нибудь там катался, такая... нет, вечером-то? Наверное, уже никого не было. Ну, там два каких-то мужчины, я мать, не знаю. Ну, ну катались, таких, да? Ну, два только, да. А рыбаки сидели? Да, да. Угу. Мы там приезжали к их палаткам. Да? Да. Вот эта елка прям очень красивая. Зачем? Мам, давай елочку возьмем. Ель настенная, смотрите. Вот здесь поменьше заснеженная елочка, тоже красивая очень.